Необычная погоня произошла в Нарьян-Маре в минувшие выходные. Сотрудники МЧС, волонтеры и опытные охотники ловили белого лебедя. Три дня пернатый убегал от многочисленных служб и в итоге был пойман. Сейчас беглец находится в клубе «Фортуна». О самочувствии кликуна узнала наша съемочная группа. Уверенный взгляд, вытянутая шея и грациозная осанка. Так можно охарактеризовать нового питомца клуба «Фортуна». За его спасение несколько дней подряд боролись неравнодушные жители округа. 3 дня назад нам позвонил мужчина, подсказал, что на свалке гоняют лебедя собаки. Мы приняли звонок, сразу же поехали искать его. Но метель и пурга не дала нам его найти, потому что было очень темно и было очень ветрено. Мы 2 часа проходили по свалке, никого не нашли, вернулись домой. Мы попытались с 8 утра достать его из полыни, но лебедь передвигался и от нас убегал. Мы еще 2 часа за ним ползали по лесу до самой темноты, вернулись домой. На 3-й день нам подключились МЧС и опытные охотники. И за счет этого в течение 4 часов мы лебедя поймали и привезли на конюшню. Намотав множество километров, пернатое чудо принесли на конюшню. Лебедь совершенно здоров и чувствует себя великолепно. Кормим рыбу, покупаем сорогу, отходы из садиков, есть такое там каши, все такое. Капуста обязательно в рационе, хлеб замачиваем и вода. Ну, как бы это основной корм. Останется он до весны, пока морозы спадут, а потом увидим, если он уже не летающий, никуда не улетит, ну, как бы... то он будет здесь, потому что собаки сожрут. Смотрю, у него там подруга появилась, да, и как они себя чувствуют, дружно ли живут? Живут дружно, как бы и не дерутся, но неизвестно, подруга или нет. Мы не знаем, не определяем. У нас так же самое с гусем было. Думали гусь, а оказалось гусыня. Кстати, соседка гусыня восприняла нового жильца в штыки. Сотрудникам «Фортуны» пришлось отселить ее в другую клетку. Напомню, сейчас на содержании в клубе находится более 10 птиц. Это павлины, фазаны, голубь и вороны. Всего животных около 30. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Север».